Слушай, у меня, кстати, есть такая приблуда, я все давно хочу попробовать. Такая пшикалка, типа, знаешь, это такой манок, типа афродизиак, типа экс-эффект. Такой, ну-ка. Ой. Мужчина, боже мой. Женщина, что вы хотите? Это работает? Боже, какой мужчина. Блин, это работает, я боюсь. Боже, какой же мужчина. Нет, я убегаю. Ты куда? Ах так, ты хочешь уйти? Да, я очень хочу. Так, я должна его подранить, он достанется только мне. Нет, не доставайся же ты никому. Да. Всем привет, друзья! У нас сегодня будет немножечко The Hunter, а именно мы с Диким Кысем собрались и пошли на охоту. Вот в такие снежные дебри за снежным гусем. Потому что в одном из последних обновлений у нас ввели новых таких настоящих викинговских гусей, которые вот летают на морозе, не боясь себе ничего отморозить. Вообще очень жесткие гуси, и мы с Диким Кысем тоже жесткие охотники, которые пошли, собственно, посмотреть. Как гусь, как фарм, и вам это показать и рассказать, да? Всем привет! Да, мы сегодня охотимся на гусей. Это для меня такой тоже опыт своеобразный. Никогда еще не пробовала охотиться в засидке. Так что посмотрим, как у меня получится. Да. Желайте мне удачи. Да. Ты еще ты не пробовала, не представляла себя гусем никогда? Значит, тут нужно думать как гусь. Кричать как гусь. Ну и вообще. Да? Да. Иначе, иначе никакого успеха. Вот я пытаюсь прикинуться гусем, вот у нас манок дальнего действия, и наша задача, сидя в засидке, все-таки заставить их свернуть на нашу гусиную пати. Ну, будем надеяться. Как вот ты, если бы была гусихой, ты бы свернула, когда я так кричу, как ты думаешь? Вообще гусиха как-то странно звучит. Гусыня, хорошо. Гусыня. Ну, вот как заманиваю тебя, маню я тебя вот так вот. Ты бы как... Роднее, ты да, бы, уже хочется лететь. Ты бы купилась прямо? Прямо тебе хочется лететь? Значит, у меня получается. Угу. Это хорошо. Это значит, возможно, нас ждет успех. Ну что, вот сейчас постреляем, покажем, как они по фарму, потому что спрашивали об этом, и миллионы просто подписчиков спрашивали, как снежный гусь, как фарм. Не, ну как миллионы, но Серега точно спрашивал. Десятки миллионов. Серега спросил. Да только Серега и спрашивал, если честно. Ну, в общем, да. Ну, всем остальным тоже интересно. Ну, ну ладно, тебе. Я не снова начал плакать из-за нашего так, канала. Соберись. Да, соберись, все. Соберись. Я жесткий лис. Давай. Ну, в общем, да. Лиса ждет непростая задача. Сидишь тут, прикидываешься гусем, и нужно их заманить, приманить, обмануть. Обмануть. Как думаешь, я бы тебя обманул, если бы ты была гусы? Ну да, конечно. Может, я уже и так гусыня, не знаю. Ну, в общем, короче, ладно. Летят, смотри. Смотри. Где? Да вон, смотри. Ты же не видишь там? Какая-то охота вообще. Вон. Ты видишь, куда я смотрю? Да. А, вижу точно, летят. Неплохой косячок, если они сейчас так вот спустятся, нас ждет успех. Давай. Я кстати, готов. Пока... Да, ты готовься, а я расскажу, что... Чтобы охотиться... На гуся вам понадобится либо купить комплект в магазине, он стоит 3500 EMS, это достаточно дорого, там идет палатка, засидка, ружо, куча чучел, два манка, но я ограничился всего 1000 EMS, я купил вручную, купил только засидку, купил два манка, один для дальнего призыва, другой для ближнего, и два чучела. И вот двух чучел достаточно, гуси садятся, не каждая стайка, не каждая, но садятся. Вот одно чучело стоит вот здесь, одно чучело вон. И этого вот вполне. Посмотрим, как пойдет. Мы пока, кстати, уже начали. Это я включился не сразу. Вот у нас уже настрел 8 добыл я, одного дикий кысь, но она попозже подошла. И, собственно, по монетам это были одни самочки, они дешевые, поэтому 141 монета пока только. Вот общий КСС, это монеты заработанные. Слушай, над нами еще один два самец еще у меня летят. Был. Подожди, сейчас я объясняю тут про фарм. Да, а ну ладно, извини. Поэтому будем ждать. Сейчас вот уже у нас начинается, что называется, основная охота, которую вы увидите. И надеюсь, что она будет удачной. Приближается у нас неплохой такой косяк. И мы сейчас попробуем превратиться в гусей просто, чтобы заманить их.
Как думаешь, так, давай распушись там. Да я уже весь хвост просто. Распуши. Пуши хвост. Я пушу хвост, я вообще уже. Я просто чувствую себя гусем. Я хочу к ним туда, в небо. Нет, надо наоборот, чтобы они хотели к тебе. Они хотели. Пацаны, у меня тут виски. И девчонки, о, вот, смотри, один соблазнился. Один соблазнился 100%. А почему только один? Это самый отбитый, наверное, такой, знаешь, самый порочный, самый может, порочный. Может, он единственный гус. Пацан? Может быть. Давай, он будет твой, готовься. Ты готова? Подожди, что? Я его сейчас поближе. Он сейчас на нас повернёт. Готова? Угу. Давай. Ах, как ты его исполнил, это просто... Да. Просто красотка. Какая-то опасная вообще девчонка, а? Ой, сама себя боюсь. Расскажи для нашей передачи, как вы это сделали? Ну, я взяла ружье и нажала вот штучку, которую мне показали. Огонь. Просто... Да, и огонь. Все, олимпийская сборная по тебе прям плачет. Да? По биатлону или там, я не знаю. Да, по всему. По всему я с чем угодно справлюсь. Ну, я понял. Так, берем гуся, которого застрелил. Так еще и самца, и на 3,3 килограмма. И смотрим. А я же тебе сказал, что это единственный самец. Я когда крикнул, что у меня тут это вискарь девчонки, он прям сразу... Прям на мираж пошел. Смотрите, ну вот самец 42 монеты. В принципе, ради самцов мы тут и собрались. И мы будем надеяться, что самцы будут. Ждем следующую стаю. Дикий Крис в тонусе. Скажите, вы готовы повторить свой успех? Для наших всегда. Гостей? Всегда. Всегда. Вообще просто. Она серьезно. Ты серьезнее меня на этой охоте просто. Ты думаешь? Нет, я уверен. Просто абсолютно. Ну, ждем. Да. Так, у нас еще одна стая, и нужно вспомнить все наши секретные навыки, как мы приманивали предыдущих. Так, распушай хвост и кричи про виски. Давай ты уже распушай, надо же, чтобы самцы заходили. Я всегда. Да? Мальчики. Вот, давай. Надо как по гусиному как-нибудь покрякаем. В городе вино и женщина. Да. Нет, гуляем три дня. Ну это девки, я же вижу. Да, сучки летят, да. Куры какие-то. Вообще, да. Ай, ладно. Они пролетели мимо, как зрители Ютуба пролетают мимо нашего канала. Тихо, так, спокойно. Мы уже говорили с тобой. Я держу себя в руках, да. Держись. Видишь, я хожу, я нервничаю, видишь. Я хожу, что мне еще остается? Ну ладно. Соберись. Но мы все равно будем пилить контент и верить в успех. Правильно, да? Да, конечно. Я молодец, да? Хорошо. Ты умничка. А что ты ползаешь уже? Встань. Я встал уже с колен. Я поднялся с колен просто. Поднимись с колен. Да. Государственная программа не прошла и мимо меня, я поднялся с колен. Ну, что ты? Слушай, говоришь? Ну какие вот куры, да? Вот посмотри, вот. Да вообще петухи, не гуси, петухи просто, они какие-то. Нет, да. Мне кажется, это куры были. Вот они, наверное. Вот петухи бы, они бы на вино и баб-то точно повелись. Я тоже так думаю. Ну ждем следующих. Да? Да. Да. Ну что, да. У нас очередные клиенты. Полетят утки. Два гуся. Ладно, крошка, так, до этого это был шоу-бизнес, а сейчас ты увидишь настоящего охотника просто. Ты готова к этому? Это будет жесткое зрелище, сразу тебя предупреждаю. Да? Ну, я сейчас прям на инстинктах, знаешь, только если они свернут, сейчас ты увидишь. Вот смотри, они свернут. Черт, придется сейчас реально не ударить в грязь лицом, пацаны. Смотри. Что называется? Не зря ты, так сказать. Ты тоже готовься на всякий случай, знаешь? Ну, да. Поехали. Нет, эти уйдут. Эти ушли. Проклятые. Ну как, это было жестко? Ничего себе. Ну, вообще, ты так умеешь? Я такой, да. Ничего себе, ты так стреляешь? Я такой.
Блин, Фокс? я как фазан. Где вы научились так стрелять? Я потом сейчас тебе расскажу, подожди, сейчас. Угу. Где у нас? Хорошо. Вон, эти далеко, да. Ты пока повосхищайся, там я пойду соберу. Слушай, а мы четверых сбили, да? Я не знаю. Ну вот я вижу четверых. Ну значит четверых. Давайте смотреть, значит так. Самка, блин, девка. Так. Тоже, по-моему, девка. Девка. Слушай, ну я как обещал, что я буду жестким, я прям их накрошил. Да. Накрошил. Да. Во, самец на 3,8, а вот это уже 57 монеточек, видите? То есть самцы — это наше все в этой охоте. Наша цель, ребята, это, конечно, самцы. Самки, они недорогие. Но сегодня очень-очень много самок. И, откровенно говоря, это нам охоту портит, потому что мы рассчитывали на то, что будет больше самцов. Ну да, фарм, конечно, он от самцов зависит. Да. Но самки, видимо, реагируют на меня, как ты думаешь? Они даже сверху им видно вообще. Да, я думаю, что да, дело в тебе. Да, я такой, не, просто неотразим, просто неотразим. Надо в следующий раз, чтобы ты дудела вот этот дуду, и чтобы самцы реагировали. Да? Я думаю, хорошо. Я думаю, вообще одни самцы просто. Так. Мальчишки. Да. Ну все же, смотри, какой-то одинокий летит. Даже интересно, как думаешь, гордый, он... Гордый орел. Орел. Он вообще, он, наверное, летает в одиночку, он думает реально, что он такой орел. Такой просто. Угу. Да. Он нам что-то кричит, типа, да пошли. Я все видел. Я все видел, кого вы пытаетесь здесь обмануть. Два рыжих да, лиса, он... кого вы пытаетесь обмануть. Я все видел, я расскажу это всем, кричит он. Я перевожу тебя просто. Я расскажу это всем, псы. Не, он так пренебрежительно как-то, да, даже не знаю. Да, он прям практически на юг нас послал вообще. Скотина. Ну ладно, ждем. Ждем. Так, а у нас отделились от очень высотного косяка три гуся. Кстати, обращайте внимание, потому что иногда идут очень высотные косяки на большом эшелоне. И вот когда они оттуда отделяются, вы можете прозевать. И услышите только хлопанье крыльев за спиной. Ты готовишься? Угу. Я. Давай работаем. Отлично. Всех трех. Один был самец точно. Их теперь я как бы прям отличаю. Они вот темные, это самцы. Ты их прям чувствуешь? А их видно, самки белые. Да, да, да. Самки, самки белые. Кстати, если ты в косяке вот видишь, по крыльям и по шее, вот он, самец лежит. Стреляй темных, поняла? Ну, знаешь, я пока радуюсь. Опа, подожди. А это сюрприз, это самка. Подожди, но это же не может такого быть, что это... Они ж... Я точно видел, что... Слушай, опять девки. Ну что сегодня за охота одни девки, а? Подожди, или я просто спутал, или он упал в другое место. А вот того посмотри, кто застрелил. Вот, последний. Вот этого. Да. Да. Но одного точно ты застрелил. Это твой, да. Самец. Да. Вот это он, самец. Но это твой самец. 4 килограмма. 66 монет, между прочим. А ты заметил, что я стреляю одних самцов? Давай свести, сейчас еще летят. Заметил. У тебя что-то личное, видимо, да? Ну, а у тебя что с женщинами связано? Они просто, я неотразим, они просто не могут держать себя в руках, понимаешь? Они прям... Смотри, как интересно, еще два навстречу летят. Может, да. Кто-то из них заинтересуется твоим зазывным? Не знаю, сейчас гоготом. Посмотрим. Гоготом. Сейчас посмотрим. Ну, это я тебя на охоту взял, видишь, и что-то... Слушай, ну нет. Эти все видели. Эти, этих не обмануть. И мне кажется, нас сейчас ждет успех. Два огромных косяка, но вы сами видите, идут прямо на нас. И еще сзади четверо. С пяти часов заходят. Да это же просто праздник какой-то. Да, как в том анекдоте, я согласен. Это просто праздник какой-то. Вот они бы все сейчас на нас так спикировали, а? Угу. Нужен пулемет тогда. Да, это точно. Слушай, ну реально, они должны. Парни, у нас хорошо, давайте к нам. Ю, мальчики. Да, нет, посмотри, ну их реально толпа. Эскадрильи какой-то. Эскадрильи, мне даже страшно. Ну и что, и никто?
Вообще никто. Ни один. Мне кажется, они нас матерят даже, летят как-то, типа. Типа, да нам все рассказал тот одинокий гусь, который пролетал, помнишь? Да. Он нам все рассказал. Слушай, ну реально, ну это, вот это прям... Как вся моя жизнь. Да. Вот так вот стараешься, стараешься, никто лайк не поставит, комментарий не напишет. Вот прям вот так это выглядит, пацаны. Крякаешь. Да, крякаешь, вот так крякаешь, крякаешь, часами. Понимаете, вот как это все? Да. Но ничего, мы будем ждать нормальных гусей. Готовимся. Готовимся, да, у нас большой косяк. Будем надеяться, что все пройдет без косяков, и кого-то мы здесь доприманим. Но вот, знаете, при всей кажущейся пассивности вот этой охоты в засидке, она полна динамики, потому что, во-первых, ты переживаешь. Во-вторых, когда они спускаются, нужно очень хорошо отстреляться. А это не всегда просто, хотя кажется, ну вот они вроде бы. Но иногда ты совершенно фантастически мажешь, и... а иногда это все самки, да? Да. Кстати, смотри, смотри. Ну, у нас... один. Да один? Какой один? Не, много, что, много, много, много. Готовимся, все. Больше много. Их очень много. Их очень много. Подожди, не стреляй только, я тебе скажу когда. Надо так, чтобы по максимуму их сшибить. Давай, работаем. Да что такое-то? Вот этих-то двух я... Есть. Эти уйдут. Нет, не ушел. Есть, ждем. Ты крут. Ну вот это бы сейчас вот мы неплохо отстреляли, да? Да. Кстати, смотри, еще один косяк, я попробую подудеть. Они, скорее всего, видели этот Перл-Харбор и не полетят. Но если вдруг... А ну-ка. А ну-ка. Так, ну где же они? Нет, все. Все. Так, иду, ушли. Иду собирать. Иду собирать. Давай. А сколько ты сбила, ты не помнишь? Одного точно, второго не точно. Ну вот я вижу, так вот, раз, два, три, четыре. Четыре штуки лежат. Мне кажется, штук пять мы сбили. Мне почему-то тоже кажется, что пять. Сейчас посмотрим. Так. Итак, этот сбил я, причем два раза в него попал. Самец на 4 килограмма, 64 монеты. Но видите, ребят, если мы ловим самцов, то по деньгам очень хороший фарм. То есть прям... очень хороший. Снова самец на 3,6. Вот смотрите, два самца и уже 100 с лишним монет за двух самцов. Вот, вот это вот... Это мой, кстати. Да? Вот. Да. Вот та охота, которая... Для диких крыси. А, я понял, да. Блин, опять все на нее. В общем, вот та охота, ради которой мы пришли, то есть самцы приносят очень хороший фарм. А, вот здесь я двух слитно сбил, да, когда они летели... Они так обнялись, как два ангела просто. Когда они летят смежно, вот так вот рядом, можно одним пучком дроби, естественно, двух просто зацепить. Это тоже используйте. Вот это две самки были, две девочки. Вот, и вот мы их, собственно. Так. Ну и давайте посмотрим, что у нас вот здесь. Получается, мы пятерых, да, мы накрошили в этот, да, раз, да? Самец на 3,7. Я его шлепнул. Это в дальний выстрел был. Угу. Тоже 54 монеты. Ну вот, великолепная серия получилась. Да, супер. Супер серия. И у нас вот 322 монеты у меня, 226 у Кыся. При том, что, смотрите, я добыл 18, а она всего 5 гусей. То есть у нее все самцы были. Вот с 5 самцов все 226 монет. Ну, падите плохо. Совсем неплохой фарм. А на двоих уже вон нафармили. 500, да. 550 монет. Прекрасный получается результат. В общем, для дилетанта вообще неплохо. Вообще неплохо. Ну, я думаю, что, в принципе, мы показали фарм, чтобы ролик не получался очень длинным. По-моему, отличные результаты. И если на охоте везет и вы стреляете именно мальчиков, самцов, то по деньгам результаты более чем приятные. Очень хороший, неплохой фарм. Ну и сама охота, она интересная. Как ты считаешь? В общем, да, очень мне понравилась охота. Она действительно очень динамична, несмотря на то, что ты, в общем-то, стоишь все время. Ну, прикольно. Но у тебя первый опыт из засидки, да, стрелять? Да, я никогда так не пробовала.
Ну что, всем привет, ребята. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Обязательно. Спасибо. Пишите, нравятся ли вам ролики по охоте. И увидимся. Увидимся.